Дорогие друзья, здравствуйте! Очень рад вас видеть и хочу сказать огромное спасибо тем нижегородцам, которые на протяжении этих 4 месяцев были вместе с нами. Мы все были оторваны от фитнеса, мы все страдали в той или иной мере, но все это позади. Мы победили, и теперь на нашем горизонте уже нарисовались некоторые даты по открытию, которые я хочу сейчас озвучить. Все очень просто. То есть 7 числа вышло распоряжение губернатора, 10 дней техническая служба большого фитнес-клуба с бассейном берет на то, чтобы залить бассейны, обработать, сдать соответствующие анализы. Поэтому 10 плюс 7 мы выходим на 17 число. И с радостью сообщаю вам, что уже 17 числа все 3 фитнес-клуба Glow Fitness выходят на свою обычную стандартную работу. Относительно мер безопасности, которые мы приняли для вас. Эти меры стандартизированы. То есть во всех клубах Glow Fitness они находятся на самом высочайшем уровне и соответствуют всем тем требованиям, которые предъявил к открытию клуба и Роспотребнадзор, и которые прописаны в соответствующих распоряжениях губернатора. Водная зона будет работать в обычном режиме с ограничениями, наложенными Роспотребнадзором. Хамам и сауны в настоящий момент работать не будут, однако ведутся консультации по этому вопросу, и мы надеемся на положительное решение этого вопроса в самое ближайшее время. С 10 числа мы запускаем в уличном режиме групповые занятия на свежем воздухе на площадке, которая расположена за торговым центром «Индиго». Значит, вся дополнительная информация будет размещена в социальных сетях и на сайте. Следите за новостями. Многих из вас интересует вопрос относительно записи на посещение фитнес-клуба. Могу сказать следующее. В нашем клубе, так же как и в остальных клубах сети Glow Fitness, разработаны механизмы записи. Они интуитивно простые, то есть, что называется, в один клик. Человек может записаться либо в тренажерный зал, либо в водную зону, либо на групповые занятия простым движением руки. Друзья, ждем вас в наших клубах 17 числа. До скорой встречи!